совместно с сотрудниками ДВД города на основе производим рейды. Основной упор делается на общественные места, где расположены наши памятники. Есть претензии к свадебным парам, потому что есть, да, свадебные пары правильно просто возлагают цветы к памятнику, традиционно фотографируются и нормально разъезжаются. А есть свадьбы, которые распивают спиртные напитки прямо на мемориале Вечного огня. Потом неуважительное отношение к нашим памятникам, мусорят, курят, распивают спиртные напитки. Ну, это, конечно же, правонарушение, хоть и свадьба, но, тем не менее, законы нужно уважать. Знаете, почему такие рейды проводятся? Потому что поступает очень много жалоб со стороны старшего поколения насчет культурно-нравственного поведения нашей молодежи. Таких строгих карательных мер о том, что СМИ распространяют, что Акимат или там Управление молодежной политики запрещает парам целоваться или дружить, такого понятия вообще не было. И такой цели мы не преследуем. Никто им не запрещает, но делайте это в уединенных местах, согласно нормам, а на всеобщее обозрение все это делать, конечно, не стоит. Наши люди, как правило, когда указывают на их ошибки, например, они говорят, а где здесь табличка, а где здесь такие моменты. Эти таблички обязательно будут, и мы проследим за этим. И также нашим гражданам хотелось бы сказать, что парки – это и есть общественное место, где люди на выходных гуляют с детьми, здесь проводят свои выходные. А если, например, какой пример подаем нашим молодому поколению, если на свадьбах или на таких местах распевают и мусорят, и тем более не уважают нашу историю, нашу культуру, наших предков. Это недопустимо.